Минуточку внимания, хочу посмотреть бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбоксинг либо ударсток. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сером 1 Хлеплей, первый сер. Моник здесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить моник при регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод Кирилл Гейм. Ссылка будет в описании, в принципе, промокодик мой будет в описании. И ссылка на видео про промокод тоже будет в описании. Посмотрите, кто не знает, как его вводить, в принципе. Только вы прокачаетесь до 5 уровня, получите 50 тысяч. Только вы прокачаетесь до 10 уровня, получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получаете 150 тысяч. Также напоминаю, что только в рефералах наберется нормальная сумма, я и эту сумму разыграю между вами, в принципе. Сейчас здесь 200 тысяч. Как минимум, когда будет лям, я сделаю розыгрыш. В принципе, разыграю эти деньги на первом сервере между вами. Мой промокод уже ввели 62 человека. Большое вам всем спасибо. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас будет необычное видео. Сегодня у нас приватная BMW M5-60, пацаны. Почему приватная? Потому что ее сделал специально модпакер Амазинга для любителей BMW M5-60. И также сделан для нее винил. Пацаны, поэтому с вас просто бить на лайки. Давайте на этой серии наберем 200 лайков, потому что, пацаны, это реальная тема. Большое спасибо модпакеру, это Роман Филиппов, просто ему реально респект, большое спасибо. Давайте хэштег Роман Красавчик, давайте вот такой хэштег запустим, Роман Красавчик, запустим вот такой хэштег, потому что, пацаны, это очень классная моделька. Что изменилось? Помните, у меня была эта моделька, но на ней не было номеров. А вообще, помните BMW M5-60 модельку, у него диски другие, вот это стоковые, если что, диски на BMW M5-60. Мне не очень нравится, и мне кажется, что лучше этих дисков для этой машины ничего нету, потому что они охуенно вписываются просто для этой машины. Также, видите, он сделал номера, теперь есть на машине Мур 3-7, Амазин Хролифлей, все дела, в принципе, видите. И также он сделал винил. Какой винил, я сейчас вам, в принципе, покажу. Ссылка на этот пост, где он слил эту модельку, я оставлю в описании. В принципе, если хотите, то устанавливайте. Но там, конечно, очень трудно это сделать, потому что нужно удалить, короче, два файла, это Гриндейла, и удалить три винила, и потом установить три файла, которые там будут, по ссылке в описании. Это будет группа модпакера, и там он выложил пост, в принципе, с этой BMW, поэтому обязательно устанавливайте, кому она, в принципе, нужна. А я тем временем сажусь в машину, сейчас поедем, поставим винил. Я уже посмотрел, в принципе, его, но я его смотрел вот в этом цвете. Скорее всего, мне придется BMW перекрасить, будет в белый цвет, к сожалению, да. Но, блин, это будет зато очень круто, пацаны. Этот винил будет как бы только у меня стоять, не на всех машинах, а только у меня этот будет винил стоять. Винил со смотри, пацаны, если что. Сейчас я вам, в принципе, его покажу. Так, вот мы заехали уже, если что, в принципе. Давайте пишем тюн. И у нас есть покрасочные работы. И выбираем самую первую покрасочную работу, в принципе. Вот, пацаны, вот такой вот винил. Но видите, под мой цвет он вообще не подходит. Поэтому нам нужно сейчас машину покрасить в белый. И потом уже посмотреть цвет. Так, перекрасить авто, давайте 1-0. Я думаю, вот так будет нормально, в принципе. Вот, 1-0. Вот, красим машину. И теперь попробуем поставить винил. Поставить винил, так, перекрасить покрасочную работу. Вот, вот теперь, в принципе, все встало на свои места. Кстати, вот эта обводочка белая, не знаю, так должно быть или нет. Ну, в принципе, вот так теперь будет BMW выглядеть, винили, пацаны. Ну, как по мне, очень классно. Если что, заранее говорю, этот винил не связан с моим ником. У меня не Путбуль, а не Питбуль. Поэтому не нужно там шутеечки в своих комментариях, в принципе. Это просто сосмотри винил. Я думаю, все его, в принципе, знают, помнят и так далее. Поэтому я, в принципе, думаю, его поставлю, пацаны. В принципе, 450 тысяч он стоит. Ай, ладно, покупаем. Минус уважения просто, блядь, охуенно, блядь, пиздец просто. Ладно, выезжаем и посмотрим уже подробно этот винил. Ну что ж, давайте посмотрим, в принципе, подробно вот эту модельку. Блин, чувак вышел с АФК и машина пропала. Ну ладно, в принципе, он недалеко от нас, сейчас я быстренько добегу. We'll be right back.
Ну что ж, вот я в принципе перезашел, потому что я не смог найти машину, она куда-то пропала. Так, вот как выглядит в принципе вот этот винил у нас. Блин, как по мне, очень классно смотрится. Белое, черное, в принципе, охрененно смотрится реально. Ну прикольненько, прикольненько, реально. Ну жалко, что только один винил добавили, ну ладно, это все равно классно, все равно. Это круто. Тем более такой легендарный винил, смотри, я думаю, это довольно-таки достойно. Большое спасибо еще раз модпакеру Роман Филиппов, в принципе. Он очень постарался, я думаю, не обгородил, так сказать, любителей BMW M5 и 60. Там в модпаке будет по-прежнему BMW M5 F90, но все равно он специально сделал модельку для нас, для любителей BMW M5 и 60, чтобы мы могли себе ее поставить, в принципе, и кайфовать. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I'd be crying.